С надеждами и с большими ожиданиями приглашаю вас на большой футбол. Как всегда, с вами Василий Соловьев и Юрий Розов. Стартовый свисток прозвучал, смотрим. И судьей сегодняшнего матча, главным арбитром, будет Пим Плугмакерс. Видим мы борьбу. Педро. Пониже, пониже. Серхио Бускетс. Неймар. Мяч вылетает за лицевую линию. Это будет угловой. Бускетс. И игрок обороны выносит мяч за пределы поля. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовалось. Потому что сейчас будет удар. Серхио Бускетс. Дани Алвес. Мяч за пределами поля. Угловой. Бускетс. Не попал. Причем, как в фильме известно говорили, там хотя бы не попал в шарик, а здесь вообще никуда не попал, ни по мячу, ни в ворот. Я поражен, такой замах. Могли забить с этого углового. Здорово в поле видит этот игрок, а? Он может и сам послать на свободное место, заставить сделать рывок, а может и откликнуться на этот рывок. Дани Алвес. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. И мяч мощным вратарским ударом отбит достаточно далеко от ворот. Некое подобие стенки. Педро. Сложности защите на вес не доставил. Вот момент. Открывает команда счет забитым в этой встрече голом. В детстве говорили в шестерку. Так оно и было в этот раз. Гол, конечно, красавец, хоть и от штанги. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. И все в движении, все в ноги. Здорово, здорово. Хави. Дани Алвес. Маскерано. Когда Хавьер Маскерано находится в центре поля, то команда может быть спокойна, потому что он очень хорошо разрушает атакующие действия противника. По-моему, даже он начал показывать, куда двигаться защитнику еще до того, как поймал мяч. Ну, летел-то мяч очень долго. Забивать. И вот он, удар по воротам. Там выпадает мяч. Да.
чуть назад на Месси передача. А он совсем не один в этой атаке. А защитники куда смотрят? Пришлось побороться за Неймар. И все теперь. Удар не точный, нервы в узел и играть дальше. Передача. Отлично выбрал позицию, совершил перехват. Вот это мать. Думаю, надо бить и забивать. Иньеста. Пас, однако, не кончен. Уходят команды на перерыв. Единственный гол был забит в эти 45 минут. Ну, если в следующем тайме во втором все пойдет так же, то, вероятнее всего, мы получим разгром. Причем разгром запланирован. Юр, ну ты так говоришь, как будто ты этого не ожидал. Ты до матча сказал. Давайте внимательно смотреть. Очень часто именно первые 10 минут дают нам ответ о возможной смене тактики тем или иным тренером. Неймар. Тут можно сказать, что он на коротке. Посмотрим, ошибется ли соперник. Передача ровно так же. Казалось, что защитник сыграл идеально, но только казалось. Авиев. А это даже можно назвать и стыком. Ну давай! И вот так правильно, очень быстро, а куда это уже не важно. Хороший момент! Гол! Большим числом атаковала команда, и если нападающих как-то еще разобрать сумели, то остальных нет. Навалились на ворота, и здесь мог забить любой, мне кажется, уже и вратарь, по-моему, был готов. Очень опасная, а по тому, как вратарь мяч забрал намертво, кажется, что и не было ничего. И это ударная позиция. Вот свободным мяч остается на какое-то время. Серхио Бускетс. Думаю, надо бить и забивать. Пересекает мяч лицевую линию, уйдя туда от атакующей команды. Замена там и замена здесь. Причем в одну и ту же минуту. Сергей Бускетс. Тут не так просто чисто сыграть, потому что аут
быть возможен. Но в данном случае все получилось. Мяч в центральной зоне. Перехват. Маскерано. Впечатление такое, что линзы контактные какие-то новые поставил игрок, потому что, ну, вдвое он зорче, чем в первом тайме. Иньеста. Хави. Короткий пас на Хави. Смотрим и любуемся на Месси. Очень неплохо в отборе сыграно, да и в пору штрафная недалече. Иньеста. Некое подобие стенки. Хави. Комбинируют игроки. Дани Алвес. Маскерано. Что творит Лионель Месси? Думаю, надо бить и забивать. Опасно! Стандартное положение, стандартная процедура. Угловой удар. Двойная, но в разных коллективах. Сейчас все защитники, вне зависимости от роста, играют головой более-менее прилично. Как говорил один мудрый человек, в дальний от ворот угол. Силящийся отыграться, вступить в бой со свежими силами. И вновь вместе с мячом. Играет защитник в очень напряженной, в очень опасной ситуации, выносит мяч за пределы поля. Лионель Месси, кто говорил, что он играет только на чистых мячах? Очень бы хотелось посмотреть, как в центре эту атаку поддерживают, потому что будет пас туда, в штрафную. Которая ведет в счете, свежий игрок, в общем-то, всем нужен. Да. Сон. По флангу развивается атака, и можно сделать передачу в центр. Лионель Месси. Думаю, надо бить и забивать. А вот удар. Матч уже подошел к концу, а теперь и достиг этого самого конца.